iesāju. Re, nu! Сюда меня не пустят. Я убью тебя! Аманай. Мы с Аей приходили сюда в детстве. Похоже, разбойники там. Амон, их там так много! Нет? Это ты? Что случилось? Баек, я знал, что ты тут. Тише, нас услышат. Кто услышит? Бандиты, мерзавцы, захватили ручей. А ведь почти все в этой части Сивы брали воду оттуда. Скорее! Эй!
Вряд ли здесь еще объявится разбойник. Байк, ручей, он снова наш! Хвала богам! Крестьянам очень нужна вода! Я так тебе благодарен, будто наш Меджай вернулся домой. Всегда рад помочь. Да хранит тебя Амон, Сенни.
Бру! Хохерти, а? Надо раздобыть.
Кожу. Птолемей, сколько горя он всем нам принес. Уничтожена только статуя, а тиран еще здравствует. Моя старая застава. Надо прийти сюда с сену. Этого хватит. Славная охота. Спасибо тебе, Нейт.
Отлично, так лучше. Что?
Вот ты где! Встаёшь, а? Genius. О, наш Миджай вернулся. Это тот, о ком я думаю? Хотя бы поговорить с женой. Это ты? Спасибо! Thank you.
Эй! Прошу, выпустите! Я нужен своей семье! В плену еще четверо жрецов. Хоть бы их пощадили. Спрячься тут. Когда увидишь, что никого нет, сразу беги из храма. Мы сильнее. Я раздавлю тебя, как жалкую крысу. Надо было. Кто ты? Я его вижу. Кто-то ранили. Сюда. Вернулся сюда. Твой час пробил. Но мое дело еще не окончено. Я был близок, так близок к тому, чтобы даровать вечную власть сильным и достойным. Достойным? Лифтер подарит нам силу богов. Что есть жизнь мальчишки? Жизнь мальчишки? Папа? О, почти. Эй,
Еще, еще. Ага. Ну? Ну, я попробую. И пущу две за раз. Да ну? Да. Раз, два. Готов? Да. О, это ты меня сбил. Ты. Киму, сюда. Я нашел гиен. Правда? Да. А, иди. Увидишь. Там 16 гиен. 16? Жутких и страшных. Кого мы ищем? Оракулу нужна шкура горного козла для церемонии. Твое место подле фараона. Бернабай. Ты ведь не Джай. Стану Миджаем и тоже буду возле фараона. Тебе не стать Миджаем. Ты слишком труслив. Неправда. Так что насчет тех гиен? Молчи. Прекратите. Этот песок обжигает ноги. Извлеки из этого выгоду. Бегай быстро. Нам туда. Можно с вами? Тебя мать дожидается. Ладно, до встречи, Хему. Увидимся. Стадо где-то рядом. Но сойдет не всякий зверь. Нам нужен вожак. А это который? Ну, самый рогатый. Тихо. Делай как я. О нет, я их спугнул. Ничего, проведем вместе больше времени. Наслаждайся. Продолжим. Мы сможем. Сену, Сену, иди сюда. Зачем ты зовешь Сену? Чиндира говорит, надо украсть ее перья, и тогда после взвешивания я попаду в поля Иалу. Анубис положит на весы сердце и перо. Ты не можешь повлиять на эту церемонию. Она вечна. Есть! Он страдал? Выстрел в сердце почти не причиняет боли. Идем за шкурой. Нужно отнести ее оракулу до темноты. Папа, я хочу выстрелить прямо в солнце. Пустишь, но стреле придется стать сену. Представь, все мои стрелы сену, и тогда от меня не уйдет никто. Ты хотел взглянуть на фараона вблизи? Да. Хочешь стоять со мной подле него? А так можно? Конечно, будущему Миджаю можно. Папа, а кто такие Миджаи? Первые Миджаи охраняли лишь фараона. Но сейчас они должны защищать всех жителей Египта. И не только защищать, обеспечивать благополучие. О, отец, я так рад, что стану Миджаем. Тогда я узнаю все тайны Сивы. А что, если я не смогу стать Миджаем? О, ты сможешь. Ты мой сын. Но я боюсь. Я хочу быть смелым, но иногда это трудно. Постой. Пойдем туда. Когда я был маленьким, я тоже иногда пугался. Твой дедушка тоже был Миджаем. И он хотел, чтобы я стал его достойным последователем. Да? Однажды он привел меня сюда. Наверху он сказал мне кое-что. Одно слово. Главное. Только одно? Я забыл о страхе. И знал, что справлюсь с чем угодно. Что он сказал? Скажу, когда мы придем. Твой отец. Вниз. Не размышляй. Вниз.
Да, папа. Эй, верь мне. Прыгай. Сейчас, сейчас. Так прыгай. Вернись, ты не готов. Но я смогу, папа. Смогу. Я сказал, умолкни, паршивец. Нет, на помощь! Это Чинзира. А ну молчать! А ну бегом к маме. Не бойся за Чинзиру, я помогу ему. Миджай Баек! Ну? Ну? Мне страшно, не хочу идти один. Хема, хоть раз в жизни не будь трусом. Ну! Иди! Как ты смеешь командовать? Тебе нет! Убирай! Вижу врага! Разъем им кровь! Что такое удумал? А ну убери! Меня! Один звук, и ты труп. Почему так долго? Мы шли незаметно, скрываясь в тенях. Как славно! Что ты пришел к нам, Меджай. Для нас невероятно важно открыть вход в эту крипту. Но жрецы упорно отказываются нам помогать. Я полагаю, ты противишься из верности Арану. Они сказали, что хотят лишь поговорить. Но думаю, я знаю, как нам тебя переубедить. Молчать! За мной! Папа! Никого не пускать! Хемо! Ты цел? Ну что ж, попробуй. Не трогайте сына! Твой сын хотел бы кое-что тебе рассказать. Покажи ему сферу, Ибис. Мы думаем, чтобы открыть крипту, нужна она. Мы зря тратим время! Мальчишка напуган. Все хорошо. Папа, они хотят узнать все о крипте. А еще что нужно делать с этим? У Меджаев ведь должен быть ключ к разгадке или подсказка. Я ничего не знаю о крипте. Прошу, отпустите сына. Беда! Фараона известили, и он нас скоро могут будет найти. Здесь. Живо! Поговори с сыном. Не откроешь крипту, когда вернемся? Больше его не увидишь. Все хорошо, сын. Нет? Папа, я его достану. Нет,
Хему, нет! Но они хотят нам зла. Хему, они... Хему! Но... Пустая трата времени! Хему! Время вышло. Говори! Я не знаю. Нужно идти. Я вырежу мальчишке сердце. Нет. Лишу его жизни после смерти. Нет, я все скажу. Нет. Да он тянет время. Стой! Безумный. Змей решил, что это твой ответ. Нет! Нет! Хему! Хему! А мы-то думали, что ты мертв. Ты не смог спасти даже собственного сына. Ты ничтожество. Паек из ниоткуда. Отец без детей! Это за моего сына! Да примет тебя незримый! Владыка Дуата ждет! Отлично, друг. Герой вернулся. Ты принес нам радость. Мне нужно в Александрию повидать Аю. Не торопись без нужды. Себе всегда нужен Меджай. Теперь ты защитник этих мест. А я рад помочь. Загляни ко мне, когда соберешься в путь. Выпьем пиво за нашу дружбу, а?